Здравствуйте, вы находитесь на канале ДНК. Мы производим кабельные лотки, монтажные системы и аксессуары к ним. В этом видео мы бы хотели продолжить тему изменения направлений кабельной трассы и рассказать вам еще об одном аксессуаре, с помощью которого можно легко изменить угол кабельной трассы. Речь пойдет о соединителе изменяемом SLI. Соединитель лотка изменяемый применяется для поворота кабельной трассы под углом от 90 до 180 градусов. В этом диапазоне вы сможете сделать поворот кабельной трассы. В то время как готовые углы на 45 и 90 градусов ограничивают поворот трассы с заданными габаритами. Изготавливается соединитель из оцинкованной стали толщиной от 1 до 2 мм. Рассчитан для кабельного лотка с высотой борта от 50 до 100 мм. Под каждую высоту борта 50, 80, 100 изготавливается отдельный соединитель. Длина соединителя составляет 156 мм, а высота варьируется от высоты борта кабельного лотка. Имеющиеся отверстия размерами 7 на 53 мм позволяют соединитель зафиксировать на борту лотка при помощи болта и гайки М6. Отверстие в центре необходимо для дополнительного удобства сгибания пластины под необходимый угол. Данный изменяемый угол по принципу своей работы можно легко сравнить с шарнирным соединителем. Оба аксессуара имеют возможность регулировки угла в пределах своих допусков. Если вам необходимы кабельные лотки, монтажные системы, аксессуары к ним, вы можете оставить заявку любым удобным для вас способом. Все контакты будут в описании. Также, если вы подписаны на наш канал, вы получаете скидку в размере 5% на весь ассортимент. Для этого достаточно предоставить скриншот вашего аккаунта, где в подписке будет фигурировать наш канал. На этом данное видео подошло к концу. Будем рады, если вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!